Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Веловила», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется женский горный велосипед от американской торговой марки Cannondale. Модель называется Foray 2. Размер колеса 27,5 дюйма, в раму алюминиевая гидравлическая тормозная система. Велосипед комплектуется трансмиссией с соотношением передач 3:7. Это хороший горный велосипед для девушек, которые хотят кататься как по городу, так и по пересеченной местности. При описании стоит сказать, первая покрышка имеет шипованный хороший протектор. Этот протектор ярко выраженный, грубый, но покрышка сама по себе мягкая. Здесь резина очень мягенькая, и по асфальту, когда будут ехать, шума много не будет. Поэтому в городском режиме велосипед себя показывает очень удобно, комфортно, качественно. Тормозная система здесь гидравлическая, как мы говорили, торговая марки Tektra. Ротора идут 160 как спереди, так и сзади. Колесо имеет легкосъемный эксцентрик, что легко можно транспортировать велосипед, снимая передние и задние колеса. Спицы здесь из нержавеющей стали, темного черного цвета. Обода здесь двойные, алюминиевые. Вилка от компании Santur с ходом 100 мм. У этой вилки замечательная ходовая система. Ну, стандартно горному велосипеду имеет возможность регулировать правую и левую часть вилки. Предлоу как справа, так и слева. Это говорит о том, что можно регулировать жесткость пружины. У велосипеда хорошая рулевая, здесь нормальная, вынос здесь усиленный. Здесь есть облегченный, как мы видим, вот эта часть рулевого выноса, для того, чтобы можно было регулировать, смотреть, как руль выставлять. Руль здесь анатомический, как мы видим, в центре более дутый, толстый. Это снимает вес, а по бокам расходится более узкий, для того, чтобы был он более легким. Сам по себе руль длинный, если взять за руль, то сразу чувствуется ширина самого руля. Это комфортно при езде по пересеченной местности. Легко управлять велосипедом. Ручки тормозные марки Tektra. Гидравлические шиманы монетки. Соотношение передач, как мы вам говорили, 3 передние получается градации. И сзади 7 скоростей. 1-7. В описании, конечно, стоит сказать, это красивый цвет, как вы видите, очень приятный. Шатоны здесь легкие, облегченные, не имеют защиты. Это как раз качественный горный велосипед. Все горные велосипеды не имеют пластиковых защит. 3 звезды спереди. Передний переключатель торговой марки Tourney. Shimano, модель Tourney. Сзади стоит переключатель также Shimano Tourney 800. 7-8 скоростей этот переключатель работает. Ну, в данной ситуации у нас на 7. Кассета задняя, как вы понимаете, с 7 звездами. Велосипед комплектуется также ниппелем под автомобильный насос. Здесь легко можно накачать на любом автомобильном, любым автомобильным насосом. Также у велосипеда имеется специальное отверстие 1 и 2. Это два отверстия, которые позволяют, если вы захотите поставить багажник, раз с одной стороны и с другой стороны также два отверстия. И вот так устанавливается багажник, и горный велосипед превращается в дорожный. Это будет комфортно для всех путешественников. Регулируется легкость седла. В данной ситуации можно поставить седло для высокого человека, ну, на 1,75 м, как я. Поэтому при размере рамы эски спокойненько можно данный велосипед покупать девушкам там 12 лет, и будут они кататься долго и красиво. Ну, педаль комплектуется пластиковой педалью, это стандарт нормального хорошего велосипеда. В общем, данный велосипед, если вас заинтересовал, от торговой марки Cannondale, модель Foray 2, то обращайтесь в наш киевский велосипедный магазин «Веловила». Если захотите торговаться, будем всегда обсуждать вопрос. Цена всегда для вас открыта. До скорых встреч!